Очень нежный и вкусный творожник с яблоками – отличный вариант для завтрака. Приготовить его можно как в духовке, так и в мультиварке. Попробуйте. Подать такое блюдо можно с ложечкой сметаны. Можно полить топпингом или добавить немного джема или варенья. А в холодном виде можно кушать, как обычный пирог. Приступим к приготовлению. Для приготовления творожника разделите белки и желтки. Белки взбейте до пышности и отложите. Отдельно соедините желтки, мягкое сливочное масло, сахар и манку. Все взбейте до однородности. Яблоки натрите на терке и добавьте в тесто. Затем аккуратно введите в тесто взбитые белки. Выложите готовую массу в форму для запекания. Готовьте творожник в духовке при 180 градусах минут 50. Немного остудите и угощайтесь. Приятного аппетита!